заключите договор или отключим газ. А мечей обязали срочно перезаключить договоры на обслуживание газовых плит. За отказ или несвоевременное заключение договора грозят штрафом или отключением газа. Люди стоят в огромных очередях в отделениях горгаза, но рискуют все равно остаться ни с чем. Теснота, духота и неудобства. В таких условиях омичи стоят в очередях в отделениях Омскгоргаза. Люди занимают очередь с утра, но попадают на прием в лучшем случае после обеда. На всех не хватает стульев, столов и канцелярских принадлежностей. Дурдом в очереди. Создали толкучку, а никакого, собственно, ни порядка, ни распределения какого-то. Все в одной куче. И платежки, и квитанции выдают, и платить надо там же, в этом окне. Там вы зайдите, посмотрите, что там делается. Места мало. Стоим по столько времени. Во-вторых, это если такая масса, такое массовое мероприятие. В очереди много пожилых людей. Работающие просто не могут позволить себе потратить целый день, а то и не один, на стояние в очередях. Те, кто успел побывать в других отделениях Омскгоргаза, говорят, что и там картина не лучше. Вчера я поехал по поводу договора на газ на эту Красный Зорь 19. Подходя к этой организации, уже там люди. Я думаю, может, закрыто на обед или что. Подхожу, а там коридор такой с этими самыми, с лабиринтами, весь заполнен. Короче, за неделю надо занимать очередь. А зачем вот это сделать толкучку? Причина такого столпотворения – договор внутридомового и внутриквартирного обслуживания газового оборудования. Это тот самый договор, на основании которого газовики проводят регулярные плановые проверки газовых плит и труб. Такой договор абоненты горгаза заключают регулярно. Но в этот раз о том, что срок заканчивается, их оповестили слишком поздно. Многие вообще узнали о необходимости заключать договор от знакомых или из новостей, а не от сотрудников горгаза. По знакомым? Позвонили, сказали, что надо ехать и оформлять договора. Сказали до 1 марта. С 1 марта, говорит, сказали, штраф будет. Мы пытались выяснить у руководства горгаза, чем обусловлена такая спешка. Но ни один из телефонов, указанных на сайте организации, не отвечал. Сотрудники отделений также не стали с нами разговаривать. Как пишут омские информагентства, предупреждение о том, что надо перезаключить договор с 1 января, вышло на обратной стороне декабрьских квитанций. Поэтому многие абоненты его просто не увидели, а узнали обо всем только в феврале. После этого горгаз изменил срок до 1 марта, а его сотрудники стали ходить по квартирам и предупреждать жителей. Вообще ходили по домам, говорят, оповещали. Ходили? А вы видели тех, кто ходил по домам, сотрудников горгаза? Я сама лично нет, но сестренка видела. Она вот там стоит в очереди. Просто не подумал, что все это делается. С бухты-барахты можно было сделать в порядке рабочего дня. Как придут люди проверять эти плиты. Каждый год заходят, проверяют, смотрят все это. И договор можно было заключить в это же время. Юрист и помощник депутата Госдумы Игорь Козловский обратил внимание на юридический аспект проблемы. Омскгоргаз проходит процедуру долгого и сложного банкротства. А значит, омичи отдают деньги даже не газовикам, а их кредиторам. С одной стороны, это понятно, что у нас есть постановление правительства, которое регулирует эту деятельность по услугам поставки газовых услуг. Вот. Но с другой стороны, компания банкрот, она не может осуществлять эту деятельность в силу того, что все счета у нее закрываются. И в настоящее время там порядка 5 счетов у данной компании есть, они приостановлены действующим конкурсным управляющим. По словам юриста, долги горгаза, которые упоминаются в банкротном деле, составляют около 1 000 000 000 рублей. А все деньги, поступающие на счета организации, направляются кредиторам. При этом полноценно работать предприятие не может. А мечи, простояв в очереди целый день и заключив заветный договор, скорее всего, останутся ни с чем. Допустим, деньги человек заплатил, да, и у него что-то случилось с газовым оборудованием. Он хочет получить эту услугу, а ему говорят, ну извини, у нас в связи с банкротством все уволились, и некому осуществлять твою услугу. То есть он говорит, ну тогда дайте мне деньги, а деньги брать нельзя из конкурсной массы. Получается, то есть такая ситуация, когда люди буквально спонсируют вот это банкротное дело, которое идет в отношении такой крупной монополистической компании города Омска.
Получается, что амичи помогут владельцам горгаза поправить финансовые дела, а сами будут вынуждены заключать договор на обслуживание газового оборудования еще раз, но уже с другими организациями, которые не сравнятся с горгазом ни по опыту работы и квалификации сотрудников, ни по качеству оборудования. Похоже, так будет до тех пор, пока не случится авария. Мария Максимова, Александр Филиппов, Обком ТВ.